вопросы. Нет, не приходилось. Хочется автограф? Возьми фотографию свою, напиши себе автографов там целую кучу. Нужно каждый день брать, если так тянет брать автографы, можно каждый день брать у себя у самого по 5 автографов на завтрак, по 10 в обед. На самом деле я никогда не понимал, зачем. Объясните мне, зачем нужны автографы? Может, я чего-то не понимаю в жизни? Моя бас-гитара, идеальная бас-гитара, которая у меня, на которой я сейчас играю в данный момент времени. Когда я был моложе, когда я был юноша, незрелый, это была одна бас-гитара, идеальная. Сейчас другая, в промежутке была третья. Но каждый раз она идеальная, моя бас-гитара. Почему вот всегда задают такие сложные вопросы? Как будто на него можно ответить. Вы сами, вот когда задаете такие вопросы, вы думаете, что сейчас вот бас-гитарист из Мумитроль расскажет нам всю правду о религиях, да, буддизмах и прочем. Идите в библиотеку, читайте труды там Вернадского, Сахарова, я не знаю, там Лао Цзы. Совершенствуйтесь и сами отвечайте на эти вопросы. Конечно, без проблем можно написать что угодно. Любую фамилию можно. Мы работаем коллективно, в соавторстве, поэтому все вносят какую-то свою деталь в эти полотна, в эти монументальные творения, которые потом расходятся миллионами дисков по всему свету, песни и музыка Мумитроль, это незабываемо. И присутствовать при этом, и творить. И ты потом даже забываешь про эти титры, не титры. Кому они нужны? Вы же знаете, кто делает эту музыку. Мы все делаем для вас эти мелодии, эти песни. Спасибо нам большое. Ну, во-первых, я ему сразу говорил, что твою машину, ты сколько не мой, все равно она дороже от этого стоить не будет. И если какая-то стая чаек испортила ему сделку вообще, ну помой еще раз. У меня в детстве, вот я был маленький, папа, а машина была Волга, ГАЗ-21 у него. И естественно, моек тогда не было никаких. Он вышел с ведром, а жили мы на 9 этаже. С ведром, с щеткой, помыл всю машину Волга, выдраил ее, все блестело. И тут спустился маленький я во двор играть в футбол с мячиком. А во дворе у нас стояла такая будка с воротами деревянными. И когда я со всей силы ударил мячиком в эти ворота, с будки слетела испуганная стая голубей и обкакала папе снова всю машину. От бампера до багажника. Я убежал, а папа пошел снова на 9 этаж за новым ведром. Не получилось? Начни сначала. Не купили? Потом продашь. Это много даже. Две лишние. Хватит двух. Толстая и тонкая. Конечно, и там пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пурум. Ходите на концерты наши, перенимайте технику. У меня есть запись китайской группы под названием XTX and Cold Blooded Animal. Мне эта группа нравится, поющая на китайском языке. И даже я раньше мог произнести, как зовут ее основателя и певца, и Ксин Сяо. Ну, его зовут по-китайски, потому что он китаец. А
вы написали, что не устраивает, а мы устранили, а вы пишите что-нибудь новое, что вас теперь не устраивает. Теперь вас не устраивает то, что я не откликаюсь на ваши заявления. Это техническая неполадка, мы ее обязательно устраним, дорогая. На это надо отвечать. Я бодибилдер. Дизайн своего тела по интернету. Я снимаю на все, что попадется под руку. На фотоаппараты, на телефоны, на спичечные коробки, на очки с встроенной вспышкой. На все можно снять. Главное, не упусти мгновение, оно прекрасно.